Вернуть первоначальный вид и сохранить историческую ценность. Во время рабочей поездки в деревню Юган сотрудники департамента ЖКХ администрации Сургутского района занялись и восстановлением памятника героям-комсомольцам. Он был установлен в 1974 году в честь местной жительницы Александры Новосильцевой. В 1921 во время крестьянских волнений, которые ученые называли западносибирским кулацко-эсеровским мятежом, девушка была связной. Согласно немногочисленным документам, которые сохранились с тех лет, ее убили, а тело утопили в проруби. Нашли его только после вскрытия реки от ледостава. Александру похоронили в родной деревне, а с момента установки памятник ни разу не реставрировали. За эти годы его внешний вид заметно ухудшился, поэтому сотрудники администрации и приняли решение о его ремонте. Действительно, таких памятников осталось немного, а это то, чем живет деревня, да, это та историческая ценность, одна из, которой они дорожат, поэтому я так думаю, что мы им, конечно же, окажем содействие, поможем силами Северного похоронного дома, и дальше они будут уже сами следить, ну, по крайней мере, пообещали, потому что элементарные вещи, да, как скосить траву, поухаживать за памятником, но я так думаю, что они не требуют каких-то особых вложений.